Снимое кино. В общем, да, доброго времени суток всем, дорогие друзья. Слушай, а что у нас опять так мы? Темно, черно? А потому что у нас кто-то не включил. Лол? 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 Ладно, лол? Ладно, это все не важно. Ладно, ладно, ладно. Темно, черно, все, ну такое. Короче. Мы сегодня черные, я в черной рубашке, в черном пиджаке на фоне черной студии. Нет, будет... Сегодня черный день Доты, потому что играет Asus Polary Cloud 9 Best of 5. Чувак, я не знаю, битва анимешников у нас сейчас будет на ваших экранах, господа, да. И это значит что? Это значит то, что сейчас мы узнаем, чье аниме сильней, кто же смотрит его больше. Канадское или русское аниме? Ну, посмотрим. Элидан, Седой Год, Фэнга Лил, Бон Севен, Мизери, Фата, Энви, Ноу Тейл. В полном составе одна и другая команда. Команды, которые друг друга очень хорошо знают. Все очень просто. Best of 5. Победитель едет в Лос-Анджелес. Да, в начале мая, насколько я помню. Да, в начале, с 13 по 18 мая, напомним, пройдут лан-финалы. Ну... Кто-то из этих ребят туда поедет. Напомним, Cloud9 у нас были уже участниками прошлого саммита. Они туда попали через Redemption Vote. Asus Polar, понятное дело, не были. И я говорю честно, это неправильно, это не круто. Что именно? Я буду топить за Asus Polar в этой игре. Я не переживу второй саммит без наших команд. Ну, сейчас начнут наезжать. Сидят там, топят за наши команды. Так не культурно. В смысле? Это не профессионально. Лесом? Правильно, лесом, ребят. Хотите профессиональных трансляций? Twitch.tv/BeyondTheSummit. Хотя там тоже там топят точно так же. Короче, на самом деле, так как действительно это последний претендент от СНГ, который может попасть на саммит, то, в принципе, есть за кого топить. Ну, подумайте сами, если попадет туда команда Asus Polar, насколько прикольнее будет выглядеть наш диванчик. Да, постоянно будет подсаживаться ФНГшка или Дан. Год. Да, ну, Брагина будем затаскивать. Будет намного веселее, чем будем сидеть опять три унылых лба и рассказывать вам что-то 5 дней подряд. Так, а НС будет в гламурном шарфике? Диванчик. Конечно, мы позовем НС. Это же гоня. Как вообще как без НС? Вообще не понимаю, как без НС. Я вообще не представляю себе поездок в Америку без НС. Это вообще как? Я не знаю, что делать в этой стране без НС. А ты ездил, кстати, в Америку без НС? Ну, один раз, я помню, было, когда на второй саммит. Я на первый саммит ездил без НС. Но я еще ездил в Коламбус и на второй интернешнл без НС. А не, на второй интернешнл с НС? Там был НС, да. Именно. Я что, всего один раз и без НС. Вот именно. Ездил, да, так вот, все, к Ярику мы уже привыкли. Так, ну ладно, у нас тут стадия биг банов идет, и у нас есть висп в пуле у Поларов. Правда, под виспа сейчас никого по-прежнему сейчас нет. Будет. Забанили Тини, забанили Бристлбека. Вариантов остается не слишком много. Я знаю, что это будет. Фантомка. Морфлинг. А, кстати, да. Кстати, действительно, да, это может быть Морфлинг. Это реально будет Морфлинг. Это будет год на линии, это будет Сидуха на спиритбрейкере и Морфлинг. От Илюхи. Я не хочу на это смотреть. Морфлинг, Илюха, вы понимаете вообще, что это? И Энвин на Джиггернауте. И Мирана от Бон Севен. Опять Мирана от Бон Севен. О нет, можно я уйду прямо сейчас, пожалуйста. А что не так с ней? Ну, Мирана от Бон Севен — это та самая Мирана, которая была от Бон Севен в той самой 120-минутной игре. А, та самая? Ну ладно, ладно. Хорошо. Мне больше интересно... Очень сейчас... жадный пик у Cloud9. Очень жадный. У них реально все герои должны что-то иметь. И Феникс, и Энигма, и Мирана, и Джиггернаут, и Магнус. То есть тут нету таких вообще ярких five position heroes. Да, ну а спиритбрейкеру-то в свою очередь нужно просто райт-кликать, врезаться в пацанов, там под какого-нибудь Скаймага или Лину. Будет супер шикарно. В принципе, спиритбрейкер под виспом — это тоже достаточно интересная тема. Ну, он не умирает, он сам по себе очень танковитый. Под вышечку на одного героя может запрыгивать совершенно спокойно, а с виспом там можно и двоих попытаться поразминать. Вот еще минута остается у Паларов. Что бы это было? Может, ну, задуматься. Ну, смотри, давай переберем все варианты. Есть Морфлинг, есть Фантомка. Герокоптер. Герокоптер, кстати, неплох. Ну, типа, пиу-пиу-пиу. Типа, БКБ взял, окей, Магнус меня стянул, и я расстреливаю, я отжираюсь. Ну, просто милишник тут не особо хорош, потому что есть Магнус, Энигма, ну, типа, да. И Феникс, будут, да, будет реально больно. Тяжело. Ну, и вот мы говорим, милишник не очень круто, и берется Сларк. Сларк, которого контрят здесь три героя вообще на корню. Я немного не понимаю этот пик, но блин, ладно, ну пусть, как? Пусть будет. Так как он собирается убивать? Там есть Лип, Скьюер, Энигма с кучей контроля, Икарус Дайв. Что он собирается делать? Я не знаю, что он собирается делать. А понимаешь, просто прикол как раз в том, что когда он нафармит, даже если он хорошо нафармит, он все равно будет попадать в РП, он все равно будет попадать в Блэк Холл, его будет жечь яйцо, все.
И стрелой в него можно будет в тучку зарядить, ну, потому что его тупо видно. Ну да. На самом очень деле... сомнительный пик. Но видно было, что поляры очень долго думали над этим пиком, так что... Может, видимо... Илюха уговаривал взять ему Марфа, но не повелись? Ну, блин, если бы нас сейчас на камеру показали, было, у нас так у круто нас прикольно. Стало. У нас реально стало прикольно я здесь. Просто вырви глаз сейчас, я такого яркого света. Слушай, прикольно. Слушай, а тут сюда можно... А можно, Саш, а можно сюда запустить, чтобы тут тупо бежали постоянно покемоны у нас за спиной? Кстати, надо реально нарезку сделать с покемонами. Или, блин, когда-то было чудесное видео, может, ты помнишь, была гифка на Reddit и так далее, была популярная, где, короче, Джиггернаут с Ликантропом дрались. Типа Never Ending Battle. Короче, Джиггернаут, Ликантроп, тоже такая широкая гифка. Найдите ее, пожалуйста, кто-то сбросьте нам в Твиттер. Ну, Каспер, потому что я не смогу это и так далее. Я смогу позыркать. Там шикарнейшая была гифка. Вот она тоже в таком широком была формате. Типа там Джиггернаут и Ликантроп дерутся. Настолько крутая. Там, ну, типа Never Ending Battle. Они очень-очень долго там дрались и так далее. О, то, что надо. Я адекват. Я Рустам Мавлютов. Ну, кстати, нормально. Кстати. Да, Рустам уже, наверное, домой добрался. Рустам погостил у нас 2 недельки. И уехал. Ну, бывает. У режиссера просто сегодня пока на первом матче недостаток сахара в крови, поэтому он Каспера назвал адекватом. Не, ну я-то, в принципе, адекват более. Не, ну, в принципе, да, адекват, но не ТВ же. Ну, не ТВ, не ТВ, согласен. Просто адекват. Я просто адекват. Да, да, да. Иногда бываю. Сережу Табрагина дропнуло из игры. Блин, вчера Сережа вернул 2011 год в наши сердца. В каком плане? Он на Шторм Спирите умер, и игра была проиграна. Просто умер на Шторме и ГГВП. Бывает, бывает. Я, к сожалению, посмотрел вчера только первую карту матча Secret против вас с Поляр. Остальные... Вторую карту я тоже хотел посмотреть, но я увидел пик и... Все. И решил, что все, хватит с тебя? А что ее смотреть? Мы нашли более интересное задание, чем смотреть на игру с Тэчесом. Нет, Тэчес был... Ну, Тэчес, если что, Зай на Тэчесе вы помните, если вы помните, он выигрывал команды ЕГЭ, как бы, Тэчесом. Ага, я тебе могу вчерашнюю катку показать, там все очень плохо, вот эта утка. Все очень плохо. Прошу, тестирование на знаке доты провел, Энви? Ну, сейчас и поглядим, друзья. Но судя по недавним его действиям, то да, иногда действительно. Это ты про ту нагу с двумя скадями или ты про что? Не, у него еще была спектра со скади недавно. Нет, спектра с скади нормально, а нага с двумя скади, вот это уровень, вот это топчик. Это очень классно. Хороший артефакт скади. А если два? Не, ну, по сути, в доте все логично. Одно скади хорошо. А два? Два скади хорошо-хорошо, да? Хорошо-хорошо, да. В принципе, да, все верно. Если вдруг у кого-то там, не знаю, есть какой-то ивейт от скади, от замедления, а тут второе скади и все это. А, блин, было бы прикольно. У Лила, например, смотри, у Лила копье, подписанное резолюшеном. Просится в команду, просится в команду, Лил. Да-да. Где? Автограф Резоля, да. Автограф Резоля, нормально. Ча, будем, короче, смотреть шмотки сейчас. Так а что еще делать во время паузы? Я... Так, тут ничего нету. Что подписано? У кого-то что-то еще должно быть подписано. Тут спасибо за стримы. Или Дану дали... Спасибо за стримы. Или Дан что, стримит? Ну, видимо, да. Да. И один такой гадлайк. У Илидана на Сларке один гадлайк. Это вообще нормально? Мне кажется, что ему просто пушку недавно подарили. Короче, а, да. А, ну да, смотри, хотя, блин, 5 января, чувак. Ну, с 5 января у февраль, него только один гадлайк. Март, апрель, за 3 месяца, Илья, у меня для вас плохие новости. Вы взяли не того героя? Да. Стоит, конечно, обратить внимание нашей публике также на очередной никнейм товарища. Так, что у меня с клавиатурой? Это клавиатура Strix. Ну, у меня не работает вверх, у меня не работает влево. А в другие стороны? Ну, вправо-вниз работает. То есть я могу камеру двигать вправо, могу двигать вниз, вверх и влево не могу. Это плохо. Это плохо.
Потрясающая, потрясающая клавиатура. Ну, может быть, она просто замкнулась, сейчас я ее переключу. Мне кажется, там просто какой-то врубился супер потрясающий игровой режим, как это обычно бывает в клавиатурах. Ну, может быть, знаешь, щелкни что-то на клаве, но непонятно, как оно начинает работать. Поэтому у меня дома Logitech за 30 гривен, когда-то это было 30 гривен. Хотя, я думаю, сейчас ее даже за 30 гривен никто бы не купил. И, в принципе, она со своей задачей справляется. Я нажимаю кнопки, и они работают. Ты нажимаешь кнопки, и на экране появляются буквы? Ну да, если ну, должны появляться, то они появляются. Так, у меня неприятные новости, у меня и мышка перестала работать. Может, ты мышку выдернул просто? Да я и то выдернул и переставил. Так, у меня вообще все перестало работать. Так. Не очень. Давай, давай, хоть что-то заработай. Ну давай еще перетыкни. Что вообще за фигня? Ну, так, пока, ладно, пока мы смотрим на приключения Джиггернаута. Да, да, ты пока перетыкивай, я пока расскажу, кто на ком у нас будет играть. У нас Envy будет играть на Джиггернауте, Фата на Магнусевиче, Мизери на Патме. Это не Бона 7 на Патме, да, Бона 7 будет играть на Сна Фениксе и Биг Дэдди, он же Ноутейл на Энигмачке. И у Паларов ФНГ на Виспе, Лил, Скайрас Мейдж, Илья будет катать на Сларке, Год, Лина... Ну и Сидуха нас перед брейкере. Как там у тебя успехи? Ну, работаешь? Кажись, перетыкнул. Должно сейчас заработать. Я очень надеюсь, что должно заработать. Ну, пока от твоего лица идет. Ну, да-да-да, я ж... Что случилось в наших лесах? Смотри, смотри, а у меня так... Опа! А у меня-то работает? Я предлагал выкинуть эту клавиатуру. Так, ладно, ну, я смотрю по превью пока игру, потому что у меня на экране Джиггернаут, и больше я ничего ну, видеть нормально. Не могу, фармит Джиггернаут, кроме Джиггернаута. Ну, он, да, он фармит, все нормально, все нормально. Да, вообще, тут год в миде стоит против Магнуса, понятное дело, что Магнусу будет не очень приятно, и, кстати, Феникса поймали, заставили его потратить Икарус Дайв, но из-за того, что он на пол столба сейчас просел, из-за того, что у Икарус Дайва очень большой кулдаун, сейчас Бон 7 придется, его. Да, ему придется просто уходить. Что ему Скаймаг тут жизни не дает. И Хилинг Селф Боны уже потратил. Внизу в это время Седова напрягают. Ты же только что на Джиггернауте был. У тебя заработало что-то? Клавиатура, вижу, заработала. Нет, у меня работает по-прежнему только вниз. Вверх не работает и мышка не работает. Так что я теперь вижу только лес. Все нормально. Все нормально. Рвань, рвань, бывает. Ну, в любом случае, мы продолжаем наблюдать. Единственное, что у нас звука нет. Это грустно. Ну как это нет? Ну звук-то звук. Твой, а в лесу тихо. Тихо в лесу. Только не спит. Так, есть, все. Енот. Так, у меня заработала мышка. Это плюс. Замечательно. Норку ему, бегемот. Так что вот я, спит, в принципе, уже могу показывать игру. Правда, немножечко тут проблемно все. Но в любом случае я уже хоть что-то пытаюсь вам показать. Джиггернаута 6 на 1, у Седова 6 на 0. А Седой, кстати, получает довольно много. Очень много получает Седой. И это, по-моему, не самое правильное решение от команды Cloud9, потому что надо бы его подгнабливать. Нет, там бегает Мизери, он пытается давать какие-то а стрелы. Что он сделает? Ну, я говорю, он пытается стрелы закидывать, пытается как-то напрягать обстановку, заставлять бояться, но не получается пока что. Такое получится рано или поздно. Так, ну ладно, в миде у нас тем временем. Крипстат пока у пацанов более-менее одинаковый у Года, я имею в виду, и у Фата, естественно. Но, тем не менее, Магнусу будет скоро стоять совсем неприятно, когда у Года появится уже нормальный уровень, будут нормальные обилочки, можно будет очень плотно наполучать. Сентрячок тут в миде оборонил Магнусевич. Опять-таки, сделать какой-то фраг здесь Году будет, конечно, тяжеловато, разве что как-то там... Висп с Баратрумом, что ли, подтянутся, потому что по-другому вряд ли стоит рассчитывать на какой-то фраг. Как бы Скайрасмак, он такой еще, такой себе гангер. Ему, ну, конечно, намного полезнее стоять там на линии и отгонять подальше Феникс. Ну, собственно, своей задачей он прямо исправился. Посмотрим, как будет справляться дальше. Так, ну пока тут Сидуха еще бычит. Ну, как бы он бычит, все нормально, но тем не менее... Экспица, как мы уже говорили ранее, ему никто не мешает. То есть парень просто стоит совершенно спокойно на линии и, ну, вертеть он всех хотел. Буны 7 также стопы прогнали. То есть у Паларов ситуация сейчас идет очень-очень хорошо по сравнению с клаудами в плане экспы, потому что там второго левела Патмат, первого левела Феникс, а там уже третий, ну, тот же Братурум, грубо говоря. И в
по XP, хотя по XP разницы практически нет, но это потому, что, видимо, вот три героя идут группкой из четырех левелов, в то время как Висп немножко все-таки проседает. Ну, когда Энигма, больше, когда Энигма в игре, оно практически постоянно как бы по XP имеет преимущество. Та команда, у которой есть Энигма, просто герой, опять-таки, довольно простой, скажем так. Да, он самостоятельный, фармит постоянно, ему никто не мешает, следовательно, да, от него постоянно идет такой плотный-плотный приток денег, приток опыта. Так что графики зачастую за счет Энигмы в начале, там, в середине игры, они уравниваются более-менее. Год в миде поймал стрелу, и это First Blood. Сейчас увезут Серегу. Что он делает? Он ману регенил. И год пытается еще уйти. Шоквейва у него нету. Здесь и Карус дайв. Ну, да, ФБ. ФБ. ФБ причем забирает Феникс. Вот так вот. Буна 7 немножко подкрысил. Кстати, слушай, а если бы он не подлетел, фраг бы произошел. Да, произошел бы все равно фраг, там уже Энигма потягивает все остальные, так что они бы 100% его убили. Ну вот 1-0. Что ты еще скажешь? Свою задачу Мизери выполнили. Я только-только хотел сказать о том, что мы пока не видим вообще Патмы, то есть как бы она там постояла, она пыталась понапрягать немножечко Баратрума, вообще ничего не вышло, и она просто куда-то уплыла. Ну, она вот сейчас она подплывает обратно на нижнюю линию, Бары чего не видел, залетает Ароу, но рейнджовому крипу, как сильно тогда осталось, бедный рейнджовый крипочек. Кстати, у Сидухи могут быть проблемы, хотя Энви, видимо, тоже понимает, что без шестого уровня особо нападать на Баратрума не стоит. Тот просто разбежится и отправится там на другую линию, ну или банально отбежит ты, в лес. Да, ты тупо потратишь просто ману и все, хотя которой не так уж и много у этого самого Энви. Ну, Баратрум скоро шестой левел, и у него появится Незер Страйк, и, в принципе, ему просто надо бежать на топ, не знаю, в мид, куда угодно. Что шестой левел — это фактически сразу фраг. Если он где-то рядом с Линой будет, то это 100% фраг. То есть надо перемещаться. Если мы привыкли видеть вот этих Баратрумов от Asus Polar, либо от Empire, и те любят его брать. Они даже бегают. Прям вот под юбкой пролетело, но не попал. Не попал. Под юбкой пролетело. Так ведь реально пролетело. Ну так реально же под юбкой пролетело. Все верно? Мне заменили клаву. Отлично. Возможно, я сейчас вернусь. Сейчас драйвера надо, чтобы установились. Да ладно, подожди. Теперь самый главный тест. Shift работает. Хорош! Все. А тут на помойку? Все, у меня новая клава. Да нет, там, походу, может быть, знаешь, USB где-то не контачило, что-то такое. Ну, когда работает половина клавиш на клавиатуре, это, походу, просто какая-то там, ну, зависалова маленькая. В любом случае, вы уже вернулись полноценно. Я вернулся, по крайней мере, полноценно в игру. Хотя, слушай, я так что покомментировал стоя, так прикольно стоя комментировать. Ну, ничего, у нас скоро саммит. Скоро диванчик. Да, диванчик, блин, камерамен. На этот, да, на этот раз надо как-то подготовиться к этому саммиту, что-то с собой взять, какие-то настольные игры, картишки. Картишки надо обязательно взять. В прошлый раз мы там пару раз дурачка залепились, надо бы почаще. А нас там за азартные игры не повяжут, как казино? Кто? А казино в Калифорнии нельзя? Или, не знаю. Я в Калифорнии, по-моему, нельзя. Может, скажут нам, что вы тут занимаетесь растлением малолетних? Мы будем... Артурку нам приведут. Мы скажем, мы играем на рарочке. Никаких азартных игр, мы на рарочке. Все честно. Ладно, Envy 34 на 10, есть 6 левел, Седой тоже 6 левел имеется, 26 на 1. По-прежнему, я считаю, что вот то, что полностью отпустили Баратрума, это... Ой-ой-ой, Седой! Хорошую, да, такую стрелу поймал, но из-за того, что все находятся очень далеко, не факт, что его убьют. Да, Седой просто разгоняется и уходит. И что получается? Получается то, что Энигма тут рядышком не оказалась вовремя. Энви тоже, по-моему, слэшен не имел в данный момент. Соответственно, Барыч спокойненько ушел. Но теперь есть хорошая возможность вышку запушить у ребят из Cloud9. Да, и должны они ее, в принципе, забирать. Есть три долончика у Big Daddy. Собственно, можно продавить вышечку под хилинг вардом. Конечно, без проблем это ребята из Cloud9 сделают. Да, но пока крипчиков уводит Энигма, Сидуха что? Сидуха левел 6, ну так иди, может, напади на кого-то. Вот. А на кого? А он мохнатый стоит в миде, например, он жаждет, чтобы на него напали. Ну, мохнатый, кстати, с даггером будет через 300 голды, видит его год. Год с таном по фате попадает, побежал Баратрум, будет ли ультимейт от Лины? Нет, ультимейт от Лины нет. Ну, отпивается фата, правда, не знаю, доколе ему отпиваться хватит, и вот так вот просто не простил год. Ну, если бы фата просто тупо бежал, я думаю, он бы ушел, его Баратрум бы догнал куда-то по таврам, может быть, за ним бы не пошли до конца. В итоге фата тут немножко ошибается, отдает первый фраг команде Asus Polar, но здесь тем временем-то два тавра падает, забирает его Eternal Envy вместе с NoTail. И у NoTail, кстати, Миканс там уже на подходе. Это, кстати... Много денег с двух вышек можно получить за такой короткий срок. Седой. Так вот. И все, встретили Седого. Седой умирает.
Очень просто. А в действительности немного непонятна была задумка Баратрума здесь забегающего, потому что, во-первых, тебе в лицо может залететь стрела, во-вторых, Малифайс, в-третьих, Джаггернаут со своей вертушкой. То есть, ну, на что ты рассчитываешь? Джаггернаут был бит, и расчет был, в принципе, наверное, на то, что он там не раскрутится, он я как-то там, не знаю, что-то. Или он раскрутится, но у него не будет после этого маны на Амнислэш. У него тоже мышка с клавиатурой, как у тебя, и да, все поломалось. Да, я Незер Страйк юзну. Ну, короче, ошибка Седова, явно ошибка Седова. Явная ошибка Седова. Бывает. Тем временем у Ильи. У Ильи 66 на 17, как не в себя фармит Илидан. Сравните его крипстат и крипстат Энви. 43, 10, 68, 17. Ну, хочет нам Илидан доказать, что может он повесить второй гадлайк. Нет, пока что гадлайком тут и не пахнет. У него 0-0-0. Хочет доказать, что не, он может хочет, повесить. Может, вот это. А не повесит, не надо, да. Хочет, может, как-то слишком это все. Что это действительно слишком как-то расплывчато. Что там ГД? Следующий артефакт какой? Ну, наверное, Юл. Лина с Юлом первым айтемом, либо с Даггером, например, смотрится очень качественно. Не, ну все-таки Юльчик, как бы, реген маны, ему в спид, все дела. Сами понимаем. Да, цеплять можно людей. Правда, тут люди достаточно юркие. Там, ну, тут уже все зависит от тайминга. Илидан. О, Илидан поймал Илидан, стрелу, боже, да. Очередная стрела, но тут Висп хорошо сейвит. Ну и я думаю, что все-таки Клауда могут здесь постараться что-то придумать, раз они здесь втроем. Но биты очень Бон Севен. И нет-нет-нет, тут есть уже сейв ТПшечки. Прилетает сюда у нас Лил. И Илидан вместе с ФНГшкой. Мека у Нотейла. 10 минут ровно понадобилось Нотейлу, чтобы из леса вынести механизм, забрать две вышки. Пока Энигма полезная, несмотря на то, что, в принципе, только один фраг она. Да, ну там два таура забрали ребята из Cloud9. Типа денег должно быть много вот за счет Энигмы. Там они хорошо пропушили. Но на самом деле мы видим, что всего 1500 преимущества у них, это неполных. А здесь еще и сами Полары забирают вышку. Да, ну и пока боится Бон Севен что-либо делать, может, постарается что-то придумать. Бон Севен старается что-то придумать. Ну вот, молодец. Ну, придумал, придумал. Придумал, молодец, ничего не скажу. Куда, что, зачем, блин, ну как так можно ошибаться? Смотри, там года в миде поймали, Фата, РП. Стан по двоим, хорош. Почти, там Джиггернаут мастерски уворачивается. Не, неплохо, все правильно сделал здесь Джиггернаут. И опять-таки Фата очередной раз блинк за спину году увозит. Это минус Лина. Это 3-2. О, атака, атака, Илидан. Илидан, 9-й левел, Илидан. Давай, прыгай на этих двоих, Илидан. Просто сейчас в блэкхол прыгнет, смотри. Смотри, Илидан, смотри, смотри, нападает. Прыгает и блэкхол. Ну, сейчас должен быть блэкхол. Там, правда, пошел Shadow Dance. Забегает Баратрум. И все, наконец-то Биг Дэдди остается у нас без БХ. Барыч с Незерстрайка залетел. Башек проходит по Энви. Энви тут ковыряют. Еще будет какой-то тычечка, да? И еще тычечка. Надо за Мизель гнаться. Или за Фатой. Фата пытается уехать на хайграунд. Но надо все равно не бежать. ТП аут делает Фата. И сбить, конечно же, нечем. А, проблема только в том, что умер Висп. Умер Висп. Как он умер? И что, эталоны там допилили? Да, походу, просто где-то загулял самую малость. Fight Recap пишет просто смерть Виспа. То есть ему никто ничего не делал, он просто умер. Просто умер. Вот. Кстати, может быть такое. Может, в нейтралов куда-то встрял. Не, ну, умер-то он вот прям вот здесь, вот прям вот. Вот как вот здесь можно было? А, здесь? Здесь сложно от нейтралов умереть, да? Не, он, конечно, можно постараться. Не, ну, может быть, там остались какие-то эйдолоны или что-то такое, и не выжил Фангер. В любом случае, 4 в 4 драка на этот раз в пользу Асасполяров, однозначно. Убили Энви. Это, наверное, самый основной итог этой битвы. Так, ну тут Илья, смотри, в Инвизе. Увидел Фату. Фати, конечно, он вряд ли что-то сможет сделать. А вот на какую-то Энигмочку наброситься было просто замечательно. Хотя, опять же, Энигму он из виду упустил. И пока бегает без дела по карте. Ух ты, ты смотри, 12-я минута Мидас. Фениксом? Это неплохо. Это же бонус 7. Он, ну, да, в принципе, несмотря знает на то, что он разочек фиданул в этой игре, но это действительно сейчас неплохо было. На топе Илидан, инвиз закончится буквально через 5 секунд. Мизери нужно убивать очень быстро. Мизери погибает. Илидан. Илидан должен до конца за Биг Дэдди. Не понимает, что у Биг Дэдди сейчас нету Блэк Холла. Ну и надо разбить быстренько яйцо, еще погнаться за Биг Дэдди. Биг Дэдди прыгает. А чего ж ты тут остановился, это дружище? Еще ж Баратрум забегает, да, заходит Сидуха. Должен быть Незер Страйк. Почему? А что происходит? Я не знаю, очень забоялись. Два мертвых типа, то есть, ну, никто уже точно не придет. Ты один вышки нет, с телепорта ждать некого. А ну, бежал Магнус, может, забоялись, потому что, ну, они его не видели. Они даже не видели, что сюда бежит Магнус. Не, ну, там у них же Вард стоит на верхней рунке. А, да-да-да, стоит. Могли его ожидать, да. И вот разбег, собственно,
на вышеупомянутого Магнуса. Там Shadow Blade также появляется у Ильи, но это стандартный его, скажем, этим билд. Ну и тут же смог. Тут же смог, собственно, от года и от Лила. Сейчас будут пытаться придумать что-то. Поляры, и куда же будет это выход? Да мне кажется, сейчас просто сделают небольшую экскурсию по лесам. Кого поймают, того и поймают. Там, кстати, Envy, да, кажется, сейчас встрял. Silence смерть. Успеть надо. Silence. И это минус Envy. Отлично. Просто год не прощает. И нет. Год как раз-таки и простил. А ну, Лина, смотри. Не. Не того посчитала. Вот, теперь того посчитала. Нормально. Лина 348 урона. У нее просто лагуну не посчитала. Бывает. Да. Не повезло. Там параллельно убили Седова в миде, пока мы смотрели за смертью Джиггернаута. Седова забрал, опять-таки, Ноутейл. Мека у Ноутейла по-прежнему ничего нового нету. 1300 голды. 2-1-1 у Ноутейла. Ну и Лидан медленно, уверенно к своему гадлайку идет. Уже 4. Я прям болею за гадлайка Лидана в этой игре. Потом уже можно потерять, но вот гадлайк нужен. Ну, обязательно надо счетчик. Дополнительную, да, единичку на счетчик добавить. В общем, дела у поваров пока идут норм. Но что делать, когда вдруг, допустим, чисто гипотетически, Cloud9 решат подраться с этой толпой? Потому что против толпы, против такой толпы с Ларку будет очень тяжело воевать. Мы уже говорили, что очень много АОЕ, которое может его зацепить, либо он может стать там или целью, или его где-то там краешком Black Hole засосет, или там краешком РП затянет. Ну, пока вы... просто урона маловато. Пока просто у Cloud9 мало демеджа вот в эти Black Hole, реверс Polarity, Джиггернаут еще не слишком плотный. Джиггернаут под Empowerment, это, конечно, страшная вещь. Ну, собственно, а логично, как сделать так, чтобы у них и не было демеджа? Просто продолжать их убивать. Да. И Сларк, в принципе, может это делать. Сларка 1200, если он вынесет до 20 минуты Скади, а он его вынесет при такой игре. У него до 20 минуты будет Скади, будет Shadow Blade ПТ. И для него вот эти все товарищи на кошаках и так далее, это вообще будет не проблема. Мне это очень понравилось только что, как ребята в смоке идут. И тут Энигма и Далонов прямо посреди замеса. А вдруг не заметят? Без палева, пацаны, не палимся. Пошел размен вышечками, забирает на топе Cloud9, в виде падает. Ну, пока не очень активно падает тауэр. Там Столина леса фармит, там патрулируют леса также Седой и Лил. Тут два телепорта на тир 2 вышечку. Вот так вот решили издалека зайти. Мизери пошел. Инвиз под мы. Знают ли об этом ребята из Asus Polar? Ну да, увидели. И на одного Иллидан. Иллидан надо сейвить. Иллидан отпрыгивает. От яйца надо разбежаться. Мистик Флэр Фату. И что, поймают хоть кого-то? Седова поймали. Да, Седова поймали. Седова даже, скорее всего, тут и убьют. Но остальные остались пока в живых. Ну вот плохо все сделали. Полары. Очень слушай, плохо. Иллидан прыгнул. Ой-ой-ой, как все плохо. И Магнус увозит обоих. Старшторм очень крутой. Магнус продолжает тут разваливать кабинеты. Ну и что? Где пока этот 2 сварк? В 1. Кстати, там Фата уйдет. Фата 138 хп, Фата с блинка. И уходит отсюда, да? Ну да, совсем плохая драка для поларов. Прям совсем-совсем плохая. Вот этот врыв в Black Hole. Ну, в смысле, врыв на Энигму. Он вообще не нужен был особо, потому что было понятно, она сейчас нажмет одну кнопку и все. И минус 2 героя. Но ребята-то не смутило, ребята пошли дальше. И ну, что мы имеем? 8-8. Да, неплохой камбэк. В принципе, по деньгам мы видим, что это не так много, но это есть. Вот эти 2500, они есть, они никуда не денутся. Ну, по XP довольно большое преимущество было у поляров. 4000 не вели в какой-то момент. Сейчас вот отыгрались Cloud9, довольно заметно отыгрались. Осталась полторушка. Счет 8-8. Все только начинается. Или Дану нужно побыстрее искать, или Дану нужно быть жирным, или Дану нужно не переживать, что он попадает в соло Black Hole, и у него проблемы. Он должен понимать, что он этот Black Hole переживет как минимум. Я говорю уже про РП. А со Скади у него будет около 2000 хп, и это действительно уже будет довольно тяжеловато для Cloud9 убить этого товарища. Да, ну, поэтому у них вот есть задача выформить своего Джиггернаута как можно сильнее. И Джиггернаут, если он не дурбецело, то в принципе... На самом деле для Envy сейчас и Скади будет очень хорошим вариантом. Почему? Да. Потому что есть Магнус. Магнус даже от этих бонусных статов будет давать тычку. Ну, а его сейчас просто убьют. Его сейчас просто убьют. Хотя Феникс, это байт. Фата по двоим увозит Мистик Флэр в никуда. И двое очень битых героев команды. Асус Поляр пытается уйти. Седой погибает. Очень крутое яйцо. И Лидан прыгает. Горит. И Лидан и сгорает. Есть ответный минус
на Джиггернауте от команды Polar, но тут еще и Висп погибает. Это 1 в 3, год вынужден делать тэп-аут. Скаймак просто улетает на базу. Второй раз мы видим то, что самый плотный герой, который на данный момент имеется, Баратрум, за драку не делает абсолютно ничего. Абсолютно. Он разбегается, лицом ударяется об крутящегося Джиггернаута, и это все, что он сделал за драку. Ну вот, одного количество урона у него вообще примерно говорит о роли... Лол, anyway, I'm kicked. Да, да. Да, Сидуха, так, конечно, нельзя. И байт был, в принципе, ну ладно, неправильно будет сказать, что это было очевидно, да, что вот стоит этот Envy за спиной все четверо. Хотя, блин, это было очевидно, это же Cloud9 и Envy. Понятное дело, что он там не один стоит. Не, ну вот видишь, получилось навязать драку, получилось эту драку выиграть. Это, ну, супер плюс для Клоудов. Да, и вот он Envy уже со своим импауром, вернее, с импауром магнусовским продолжает резать. 425 криты залетают. Появляется Вейл в Дискорд у Феникса. Вот это уже страшно. Совсем страшно. Ну да, это действительно печальненько. Но печальненько, потому что будет много вот этого АОЕшного урона со всяких там, даже с блэкхолов, с РПшек, шоквейвов. В общем, будет неприятненько. Ну, мы видели, как выглядят стандартные драки. То есть сначала идет РП, потом блэкхол, Midnight Pulse и, ну, много. Опять-таки, Старшторма сверху под маз засыпает, какая бы она ни была, но четвертый Старшторм — это довольно больно. Так, ну и что у нас тут? Мизери. Мизери пока не собирается выходить в вот эту керри под моу. У него пока денег недостаточно даже для какого-то мидоса. Тем более он сейчас гем покупает. Ну, надо команде помогать, как бы, да. То есть тут он, откровенно, у него пятая позиция. Ему нужно помогать команде. Ему нужно какие-то варды, ему нужен гем там и так далее. То есть выйти в мидос очень сложно при вот такой вот игре. Но с другой стороны, если эта игра растянется в жуткий лейт, то, конечно, преимущество в этом жутком лейте будет явное у Cloud9. Да-да-да, потому что там уже количество вот этих точечных драк, там 2 в 2, 3 в 3, оно будет сведено к минимуму. А, как мы говорили, в драке 5 на 5 очень тяжело Клаудов победить. Потому что очень много АОЕшек, причем серьезных АОЕшек, такие ультимативные АОЕшки. Ultimate AOE. Именно. Атака. Смоук на смоук. И сейчас что-то будет интересное. С какой стороны кто первый нападет? Ну, Висп с Теледаном довольно далеко. Это самое главное. Им нужно быть далеко. Ну и вот на лоу-граунде бегают Клауда, заходят. Боже, как же их на Рошане можно принять? Но, правда, там есть Black Hole. Ну, из ДД Envy, а может, таки не стоит. Тут непонятно, кого принимать будут, потому что вот это самое АОЕ, оно в узкий проход не дает вообще никакой возможности зайти. Вот что могут сделать полары, зайдя сюда? Давай, твои версии. Вот смотри. Ну, быстро кого-то сбить. Залетели. Яйцо. Так, яйцо. И бежать. Бежать, ребята! Все, тут ГГ. Да-да-да. Магнус там покатал пацанов. Все сгорели. Все пропало, шеф. Все пропало. Это уже минус 3. И погоня там за годом, который тоже в Shadow Blade. Но которого, естественно, видят. И все. Пытается тут Серега еще куда-то уйти. Тычечка, да. Да, вы видели все своими глазами. Не могут полары начать нормально драться. Они просто не могут начать. У них нет инициатора толкового. У них есть Баратрум, у которого ничего нет на руках. Ну, который, даже если бы у него было там БКБ, Саша, ну, неважно. Все равно он вбегает, он сразу получает миллиард кайта. Он получает Black Hole в лицо, РП готово, Амнислэш летит, яйцо стоит и... Да. Печально. Да, очень грустно. И пока что полары проигрывают эту игру. Ну, не то чтобы... Кому-то кажется, что не практически без шансов. Но в действительности у них был вариант чуть ли не один. Это задавить вот до 20-й минуты. Не то чтобы уничтожить до 20-й минуты, но хотя бы заумнить до такой степени, чтобы они могли совершенно безопасно еще следующие минут 10-15 драться. А тут мы видим что? Тут мы видим то, что Джиггернаут со Сларком идут примерно одинаково. Магнус с Линой тоже одинаково, а там дальше Феникс, Патма, Энигма, у которых на двоих 20 тысяч нетворса, а там десятка не набирается. Да. Ну и Элидана мы немножко приподчервили, было у него 4-0, стало уже 4-2, да и в принципе, как тут дальше выискивать фраг? Да изначально это был не совсем правильный герой. То
То есть изначально мы обсуждали, да, что он может делать какие-то пик-оффы, но когда они начинают ходить в пятером, ну что ты сделаешь этим с Ларком? Что? Ты не можешь даже в спину запрыгнуть, по тму зарезать, потому что у него есть просто элементарный лип. Найди, да, ты прыгаешь, ты получаешь в лицо сразу черную дыру. Именно поэтому я и предлагал либо Морфа, либо Герокоптера. То есть те герои, которые могут... Да, Морф, допустим, он немного пассивен, я согласен. То есть он вот тут мог действительно не сыграть. Но Герокоптер какой-нибудь, да, в теории, с БКБшечкой, там, доминатором, ну, такой хороший стандартный герокоптер. Хвостокоптер. Он что, он стоит себе, стреляет издалека шрапнелькой, пиу-пиу-пиу, у него все замечательно, хороший урон, ауешный, рейнджевой герой, поймать тяжеловато, ну, вроде как норм. Ну, опять-таки, к Виспу тут много вариантов. Вот мы вчера на гранд-финале азиатском StarLadder видели отличную связку от MVP Phoenix с Lark Ember Spirit. И это было действительно очень круто, когда, если вы хотите, если у вас есть план драться рано, это очень круто. Ой-ой-ой-ой, Иллидан, стрела, до свидания. Да, Илью тут очень быстро убивает. Ну и вот, смотри, Иллидана нет, ты либо сделаешь байбек, либо теряешь сторону, потому что Энвис с Аегисом, хилинг варда у него пока еще нет. Ну, его нахилят Санреем сейчас. А у него хилинг Феникс. Он убегает от Санрея. Ну, такое, знаешь, отбиваются потихоньку, но всем уже практически все ясно. Я не знаю, какой вариант камбэка, ну, я очень мало аутов вижу. Должны быть ошибки какие-то, грубо говоря. Должны, да, именно накосячить, супер накосячить Cloud9. Они могут, в теории, но на практике они, я думаю, сейчас должны будут собраться, потому что все-таки на кону слот на саммит. Да, для тех, кто только, возможно, подключился, мы напоминаем, что серия это Best of 5. У нас там прыгнул Джиггернаут, просто убил Виспа. Монта стайл, минус лил фактически. Ну, рановато он юзнул Монту. Ну, хотя не рановато. Не, ну там сайленсы на нем, да, конкассивы. Ой-ой-ой, Фату подняли, падают бараки. Будет ли попытка защитить? Попытка защитить. Попытка защитить будет. Идет Иллидан. Яйцо. Яйцо надо защищать. Магнус, РП, Блэк Холл. Ай-яй-яй. Ну, это и... на тему защиты яйца. Действительно, good game. В этом и заключается задумка с этой стратой. Это примерно как с Бэтрайдером. Когда Бэтрайдер тащит цель, а у него за спиной, у этого Бэтрайдера, свой же Магнус. И только Бэтрайдера пытаются как-то схватить, да, там, остановить или ворваться за своим тиммейтом в драку. Да, сразу на вас просто Магнус на голову прыгает, нажимает РП и все. И вы стоите 3 секунды задизейбленные. В общем, Клауда очень уверенно берут первую карту. Всего лишь 25 минут она шла. Это очень быстро. На Лила посмотри. А что с ним? А, ну нормально. У него, не, он вчера покупал там веточки, мантии. Я понимаю, а тут все, то есть вот так вот он, вот такой вот этот Лил, да? Не успел, видимо, накупить. Не ожидал, что игра так быстро закончится. Да, денег у него там нету просто. Еще. Может, он в таверне сидел? Он, кстати, да, он в таверне сидел, да, наверное. Сидел, поэтому все равно нубас. Короче, первая игра получилась весьма-весьма салатная. Вот как раз вам статистика. Вы видите, что по фрагам даже Мизери вот на суппорт по тме находится в топ-4. По факту в топ-2, потому что на втором месте там у трех героев по 4 фрага было. Ну и действительно неудачная игра получается у нас от Баратрума. Да, ну а что он там бы сделал? Он, да, бегал вначале, как-то кипиш наводил, какой-то урон наносил. А потом все, потом ребята из Cloud9 врубили команду 5 и... Поехала. Эх, ну что, уходим на паузу между картами пятиминутную и вернемся очень скоро. Будем смотреть вторую карту этого матча. Будем надеяться, что, собственно, там будет получше дела идти.